глаза, и я останавливаюсь. Так, только не выбирать долго. Да? Вот, все посмотрим. Две в 309. Потом по очереди присяжь я. Разошлись два женщина. Лавловская. Ого, и у нас очень интересный финал намечается. Ребята, встаньте, пожалуйста, начинать мы будем с этой стороны. Петя, ребят, будем идти в этом направлении, окей? Два выхода. Слово и фас. Да, у нас будет два выхода, слово и фас. Ваня будет делать вот так следующий. Юрчика забери, он будет так делать. Юрчик будет делать старт, ребята. Запомните, это Юрик. Я Юрчику буду делать. Myself.
Thank you.
Спасибо большое. Можно повернуть? Да, повернитесь красивой стороной себя. А мальчики только мальчики. А ты это мальчики. А ты с девушки попой устраиваешь? Джеш. Петя, у тебя 14 или ты помял? 14. Помял, да. 14, 36, 1, 31 and 26. Ваня собрался, он доволен. Спасибо большое. Ready? Пока что перерыв. И пока судьи, третье место получает коктейль на Бали второе получает футболки, и первое место получает футпас. Я коктейль хочу. Футпас тебя уже черт подери. Первое предложение дело в том, что... Да. В общем, ждем еще всех участников. Напоминаю, что на Killers Boogie еще есть вакантные места. Кто не записался, кто уже добил и готов записаться, все это можно сделать на баре. Сейчас. Ваня мне передал сейчас. Сейчас! Спасибо, Алина. Элвис! Да. Ваня на троне уже можно. В общем, да, Ваня на троне, все хорошо. Зай! Я начинаю объявлять места. Петя, раздевайся, давай быстрее и становись нервничай. Голый, что ты там слишком спокойно. Под музыку. Да. Та-ра-рам, та-ру-ру, та-ра. Логически с третьего места. 3, 2, 1. Это такой обратный отсчет. Да. Третье место занимает пара. Скажу вам честно.